Мы Актив Сигнал желаем вам! Терпение. Здоровье. Не обижайте наших учителей. Благополучие. Формулы. Учить. Будьте активными. Дружите. Счастье. Здоровье. Выживите. Knowledge. Делайте все вовремя. Любви. Побед. Благополучие. Занимайтесь спортом и уважайте других. Ставьте цели. Позитива. Учиться. Хорошо учиться. Опа-на! Дамы и господа, я вижу, у десятиклассников тут намечается посвящение. С этим днем я бы хотел вас поздравить, наши дорогие десятиклассники. Хотелось бы вам пожелать успехов в этом году, чтобы у всех все получилось, все прожили этот год счастливо, здорово, чтобы не надоедали учителям, делали вовремя домашние задания. И речь мою продолжит Кирилл. Ребята, желаю вам счастья, здоровья, успехов не только в школьной, но и в личной жизни. Ребята, удачи! А я умываю руки. Рекорд есть? Mm-mm. Ну как нет? Нет рекорда. Ну рек. Нет рек. С тобой можно чокнуться. Вот! Ну вот, рек. Ой. А, она уже снимает. Ладно, все, наводи на меня. Дорогие господа, мы ученики 11 класса Каугурской средней школы. В этот день по наитию, по определенному алгоритму, хотим поздравить вас с посвящением в десятиклассники. Поздравляем! И также от себя хочу... Ты долго еще? Да, долго. У меня уже рука устала. Дорогие десятиклассники, хотел бы вам пожелать... Хотел бы вам пожелать однажды оказаться в этом райском месте, на Лазурном берегу, во Франции. Дорогие десятиклассники, желаю вам не сдаваться и идти до конца своих целей. Живите в моменте и наслаждайтесь каждым днем. Успехов вам в учебе! Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Удачи вам в будущей жизни и успехов вам во всем. Любви, денег, счастья, везения. Выйти замуж за хорошую девушку. Удачи. Высокого уровня в доте. Силы. Хлеба. Мамы здоровья. Долгой и счастливой жизни. Чтобы было все хорошо. Здоровья. Крепких нервов. Экшн. Выбитель прим. Хорошо сдашь экзамен. Агрессива. Счастье, любви. Хороших оценок. Хорошей учебы и не получать плохие оценки. Удачи в личной жизни. Хороших оценок, много друзей. Андрей Соловьев, Дзев из 11 класса. С нами тоже есть Андрей Воскобоев. Вот. Это пожелание 10 классу. Посвящение, чтобы все было у вас хорошо, классно, вообще офигительно, чтобы вы нормально учились. Символ и терпение. Учитесь, когда не поздно. Ведите хорошие, короче, уроки, когда будет день учиться. Вот. Так что все, спасибо вам, удачи. И просто ждите в следующем году сдавать экзамены. Дорогой 10 класс, хочу вас поздравить с вашим праздником. Сегодня вы стали... десятиклассниками. Скоро вы узнаете, что такое боль в коленях, боль в спине, что такое магнитные бури, волны. Но если серьезно, хотел бы вам пожелать, чтобы вы имели настоящих друзей, которые вас не бросят в самый неподходящий момент, чтобы вы брались за любую возможность жизни, всегда говорили «да», рисковали. Неважно, какой будет результат, об этом жалеть вы будете потом, но главное попробовать.
Запомните, что если вы потеряли деньги, это значит, что вы ничего не потеряли. Если вы потеряли время, то вы потеряли время, которое уже не вернуть. А если вы потеряли характер, то вы потеряли все. Поздравляю! Я хочу, чтобы у вас был торт, хлопушки и шарики. Я желаю вам счастья и здоровья. Я желаю вам хорошего учебы, хорошей учебы. Я желаю, чтобы у вас было много-много веселья. Я желаю, чтобы они очень хорошо решали сложные примеры. Я желаю, чтобы у вас были цветы. Я желаю, чтобы у вас было счастье и здоровье. Я желаю, чтобы они хорошо учились и у них были хорошие оценки. Я желаю красоты. Я желаю, чтобы вы очень хорошо учились и чтобы все хорошо знали. Я желаю, чтобы они долго жили и были умными. Я желаю, чтобы было нехорошее настроение, и они очень хорошо провели свой день. Я желаю, чтобы они не болели и хорошо учились. Я хочу, чтобы у них были пятерки, и у них были друзья. Я желаю, чтобы вы долго жили, у вас были хорошие оценки, и вы побыстрее перешли в 12 класс. Угу. Я желаю, чтобы вы заболели и перешли с 12 класс на 10. Учиться, учиться, еще раз учиться!